от любви – это вообще, наверное, проблема сегодняшнего времени. Так получилось, что узнала, что у Саши есть мечта, и она связана со мной. Для меня это, ну, колоссальная радость и счастье, чтобы эта мечта исполнилась. Хочу пожелать вам, чтобы ваши сердца были наполнены светом, верой, любовью и надеждой. Мечтайте, верьте в себя, и эти мечты обязательно сбудутся.